Россия возобновит в этом месяце покупки иностранной валюты. По оценкам Bloomberg, объем закупок составит около 200 миллионов долларов в юанях каждый месяц. Россия вновь станет покупать инвалюту в связи со стабилизацией бюджета за счет экспорта нефти, поясняет издание. Заявление Министерства финансов в этой связи ожидается уже на текущей неделе. С конца прошлого года страны Запада ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Между тем, стоимость североморской Brent и американской WTI накануне упала до 76 и 72 долларов соответственно. В последний раз такие цены были зафиксированы в конце марта. Котировки отреагировали на опасения относительно перспектив спроса на топливо.